Так, все, друзья, всем привет. Я сегодня на отдыхе, отдыхаю. Ну, благо, что я живу рядом с речкой, то есть у меня дом расположен рядом с рекой, есть пляж на левом, на правом берегу. В общем, можно найти, короче, место для отдыха. Я нашла, но вопрос в том, что, как сказать, что не очень хороший сам пляж, каменистый очень. Ну, ладно, это первый мой отдых такой, отпуск, скажем так. Я что хотела поделиться с вами, в общем, вот такой вот печальной новостью. Сейчас последние прям новости прям вам расскажу, прям все перескажу. В общем, короче, такая ситуация, что у нас в городе 18 июля есть такой рынок, Фрунзенский называется. Там торгуют овощами, фруктами. И вот средь бела дня, короче, представляете, средь бела дня, это где-то в 12 часов. Ой, сейчас я поудобнее сяду, не могу здесь. Камни это вообще, я не знаю, у меня вся попа уже сама как скала стала, я не знаю ничего. Вот, это, кстати, мой новый купальник. Вот, это красный, но у меня плавочки еще тоже синие, еще голубые есть. Ну, в общем, потом как-нибудь вам покажу. Короче, вот, про печальное событие. В 12 часов дня пришел на рынок парень по фамилии Иванов. Приходит и, короче, начал у продавцов спрашивать: у вас есть, типа, апельсины? Я хочу апельсины. Они говорят: у нас есть, но столько-то стоит. Он говорит: я не за деньги хочу, я хочу, чтобы вы мне просто так их дали. Ну, просто так, представьте, апельсины. Они говорят: мы просто так не даем. Он говорит, типа: а если человек кушать хочет, типа, что, а вы торгуете, у вас денег куча, типа, товар здесь выложили, и мне, типа, с голоду, ну, умереть, типа, даете мне с голоду умереть. Ну, неадекват полностью. Ну, его, естественно, послали. Он ворует апельсины средь бела дня. Берет прямо апельсины и убегает. За ним, короче, бежит продавец. Продавец апельсинов. Выбегают они на улицу. Там словесная перепалка у них, короче. Все это начинается. Друг друга там матерят они, все. И он, значит, получается, украл только одну апельсинку. Вот. Ну и, конечно, естественно, продавец ему там начал говорить, что как ты там посмел, негодяй, мерзавец. Он вытаскивает из рюкзака нож и прям при всех, при как говорится, днем, при честном народе его прямо убивает. То есть он его ножом много раз тыкнул, и все. Ну и получается, он упал, пока приехала скорая, мужчина умер. Он пошел свободно с этими апельсинами домой. Значит, когда его задержали вечером, там в роще, у нас есть роща одна Михайловская, на допросе, значит, он сказал, что вот, типа, все голодные ходят, и я, типа, хотел попросить, а мне просто так не дали, почему просто так еду не раздают. В общем, короче, объясняю всем, этот парень наркоман, наркотиками занимался, сидел уже несколько раз по статье и занимается наркотиками, в общем, и никак его не исправишь. То есть вот такой вот, и он считает, что он прав. Его спрашивает прокурор: а вы считаете, там дознаватель спрашивает, а вы считаете, что вы правильно поступили? Он говорит: да, правильно поступил. Типа, я горжусь тем, что я убил человека за апельсинку. Кстати, я хочу вам добавить, что у данного продавца была семья, дети, двое детей, по-моему. То есть он семьянин, работал, никому плохого не делал. А вот этот вот человек, который занимался всю жизнь наркотиками, вот за одну апельсинку решил, что он бог и лишил жизни человека. Пишите в комментариях, что происходит, ваше мнение. Вот у нас в городе такой вопиющий случай — апельсиновый убийца. Вот такие вот новости.